здравствуйте, дорогие друзья. И здравствуй, дорогой мой Дима. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Мы не виделись с вами, дорогие наши телезрители, больше месяца. И с тобой, Дима, больше месяца. Потому что оказались все в такой ситуации, которую не описать, не пересказать, и которая войдет в историю, как об этом и сказали, в новейшую историю России, как очень редкое событие, ну вот, которое потрясло нас всех. Но точка отсчета этого события – наш город. И, дорогие телезрители, не только наш с вами город, а точка отсчета, я считаю, это наша с вами маленькая река Орь, на берегу которой я живу. Стоит наш дачно-садовый участок, и мы являемся частью села Ора. И 29 марта ночью, 1:30, пришла первая волна к нам. Первая волна. Я думаю, Дима, город Орск назван по реке Орь. Да. По селу Ора. В переводе с башкирского говорят, он означает обрыв. Город на обрыве. И действительно, после того, как поднялась Орь, она настолько изменила свое русло, что берег обвалился в пределах 3 метра. И опять возник обрыв. И мы начали тонуть в эту ночь. Утром уже началась эвакуация. Не успели многие вывести свои машины. В село Оре это скот, слава богу, поголовье их не затронул. Но тем не менее мы оказались изолированы. Изолированы от города, дачный поселок Малиновка и садово-товарищеский кооператив СНТ-2 ОЖЗБК. Мы все уже часть села Оры, оказались вот на таком необитаемом острове. И, конечно, увидеться, встретиться ни с кем уже было невозможно, только взывали о помощи. Я вот хочу на чем остановить свое внимание. Посмотрите, 29 марта начинается у нас наводнение, а через неделю топит город. Ну, целая неделя была у людей, допустим, чтобы вывести имущество, хотя бы эвакуировать то, что у нас пропало, да, ушло под воду. Первый этаж вот у нас, вот, а у многих и транспорт по этому под воду. Баня полностью, дом, беседка, где собираются участники проекта «Играй гармонии». Все это уже ушло. Мне и кажется, даже часть, знаете, берега. Татьяна Александровна, даже представить себе никто не мог, что настолько будет критичная ситуация. Да, да. И люди, ну топит, ой, небольшая река, ну и там потопит их и все прочее. Поэтому я хочу, чтобы они обратили внимание, наши горожане, первое, на то, как поднимается река Орь. Какой у нас уровень воды в следующем году будет. Какая наша ситуация. Мы в данном случае как барометр. То надо на это обратить внимание. И поинтересоваться, как там дела на берегу реки Орь. Чтобы, ну, не дай бог, никогда не повторилось то, что у нас повторилось. И вы знаете, Дим, мне кажется, что нам просто надо установить, вот по крайней мере в нашем поселке, что здесь такого-то числа в ночь, 1:30 ночи... Мемориальную табличку, когда началось большое наводнение, величайшее действительно в истории, только начиная с 57-го года сравнивают его. За всю историю наблюдения. Наблюдений, да. И затем оно уже затопило город, затем уже Оренбург, затем уже поднялась большая вода везде и всюду. И, так сказать, это и Урал, это уже и Западная Сибирь и так далее. И вот большое такое стихийное явление, с которым мы не в силах справиться. А табличку такую надо. А еще я добавлю юмора и в конце закончу на табличке. И захватила Дубай. И захватила Дубай. Да, и даже захватила Дубай. Поэтому, с одной стороны, мы плачем, все плачем. Да. А с другой стороны, мы должны где-то в чем-то улыбнуться, что сохранили жизнь. И поэтому я нашла такие замечательные слова. Вот. Замечательные слова, которые по-разному хочу сказать. То, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Вот то, через что мы с вами все сейчас проходим. И я знаю, что ты тоже попал в такую ситуацию, потому что когда я увидела твои фотографии, как топит вашу дачу на Губерле, ваш дом,
Вот, осталось только просто садиться в этом доме. Ну, и... ну, здесь, знаете, вот отдать должное моему старшему брату, интуиция у него работает на высочайшем уровне, да. Потому что за день до этого у него, вот как знаете, подсказало что-то ему свыше. Да. И он приехал, говорит, давайте собирать все с подвала. И мы начали поднимать все с подвала. Сначала подняли на первый этаж, вот. И на следующий день утром в 11 утра начала прибывать вода. И вот вода прибывала настолько быстро, настолько стремительно, что вот с 11 до 14, это 12, час-два, за 3 часа она поднялась буквально на метр. Прям сразу на метр. На ваших глазах уже? Прям на наших глазах. Ты тоже там был, да? Да. Мы уже позвонили, получается, вызвали и грузовой транспорт, mm-hmm. и сами приехали, всей семьей собрались и начали вывозить холодильники, бытовую технику, все. И вода вот, знаете, подошла очень, вот прям на глазах было видно, как она с каждой минуты прибывает, и она дошла до последней ступеньки, прям до последней ступеньки. И... в дом не зашла, но подвал весь был затоплен, ну, прям под потолок. Угу. Нам повезло, мы, конечно, спасли все самое необходимое. И вот на своем опыте, как бы, было предчувствие, я позвонил другу, он только вот недавно достроил свой дом загородный в Оренбург, ну, под Оренбургом. И мы предупреждаем, я говорю, увози все, что можешь, потому что к вам, скорее всего, пойдет, это большая вода к вам пойдет. Но он не послушал. Он не послушал и подумал, что да ладно, Бог с ним, обойдется. И нас не послушали. Да. И в конечном итоге, вот получается, с 9 по 14 число, если 9 вода только-только подходила к первой ступеньке дома, то 14 уже под крышей. Ну и, соответственно, полностью все. Это в Оренбурге? Это под Оренбургом, да. Я не помню, как у него СНТ называется, но... Ваше поселение в Губерле как называется? По-моему, так и называется, СНТ Губерля. А, СНТ Губерля также. Да. Ну и, наконец, я хочу все-таки, зная, что Дима занимался, вот будучи моим помощником и на уральской кухне, и у камина, вот, и работает на радиодаче, он все эти дни занимался, ну, таким, не знаю, таким трудом, таким волонтерским движением. По-моему, в твоем арсенале было две лодки и сколько-то людей. Расскажи, пожалуйста, потому что вам довелось спасать Форштадт ночью. Старый город. Вы ведь выезжали ночью, да? Первые два дня, вот начиная с, ну, получается, с утра 6 числа, мы поняли, что самая глобальная проблема была у людей с водоснабжением. Mm-hmm. И поэтому мы нашли место, где можно набирать было чистую питьевую воду, но мы всегда предупреждали mm-hmm. на всякий случай, чтобы ее, ну, элементарно кипятили. В течение двух дней мы развозили воду mm-hmm. именно нуждающимся людям по пунктам, как сказать, временного размещения. Да, ну, то есть всем нуждающимся. Потом у меня машина сломалась, и друг мне говорит, что Дим, у меня есть лодка, но он на веслах, получается, плавал один, ходил один на веслах, и это очень тяжело было, ну, то есть невозможно. Потом с помощью добрых людей мы собрали нужную сумму и в экстренном режиме купили мотор. И поняли, что помощь очень была нужна именно в районе старого города. Угу. Потому что туда настолько быстро, мгновенно пришла вода, что люди побросали абсолютно все. Абсолютно все, максимум. Спасали свою жизнь. Схватили, да, самый центр детей, родителей, какие-то элементарные. Даже часть людей даже документы не забрали, настолько быстро произошла эвакуация. Потому что... когда я разговаривал с ребятами, которые были там изначально, начинали объявление, да, внимание, экстренная чрезвычайная ситуация, объявлена чрезвычайная ситуация, был сигнал о том, что срочно покидайте ваше жилище. Люди, вот знаете, настолько были не готовы принять вот эту вот ситуацию, поверить в эту ситуацию, что, угу. Конечно, часть людей своевременно подготовились, уехали, но часть людей просто не поверили, подумали, что мы сейчас переберемся на второй этаже, час, на крышу, да, и переждем. Угу. Но чудо не произошло. Не произошло чудо, и когда, по-моему, в 11 часов отключили свет и газ, вот тогда начался по-настоящему
ну, можно сказать, хаос и вот паника у людей. Потому что настолько абсолютная темнота, фонариков больно ни у кого нету. Со свечками люди начали выходить и не знали, что делать. В этот момент были МЧСники, волонтеры, которые старались организовать, ну, представляете, тысячи людей находятся в шоке и в панике и начинают экстренно искать себе спасение. Вот. Все-таки благодаря, конечно, нашим МЧСникам, которых призвали, ну, как сказать, наша администрация, огромная им благодарность, не буду по именам всех называть, потому что каждый из них молодцы, они организовали эвакуацию людей на вот этой самоходной машине. Была еще дорога, получается, свободно можно было, ну, не то, что свободно, а можно было по Гагаринскому мосту проехать. И вот всю ночь людей оттуда вывозили. Вы уже тогда работали или? Мы как раз вот в первую ночь, не в первую ночь, а получается через два дня, это 5-го, 7-го числа, 8-го утром мы приехали уже туда на лодках. Уже люди там оставались на крышах или где-то? Да, совершенно верно. Вот благодаря спасателям большинство людей, наверное, ну, там, не знаю, процентов 90 людей, тех, которые хотели покинуть свое жилье, они их эвакуировали. Ну, кроме бабушки, которая отказалась покидать свой дом из-за того, что коза там, козу не забирали. Они говорят, давайте сначала людей всех выдвинем, потом вернемся за козу. Нет, вот, уперлась. Ну, казачка бабушка, может быть, права она. Ну, спасли хоть. Спасли, да. И козу, и бабушку вывезли, слава богу, все хорошо. Прямо вы на лодке их вывезли? Козу эвакуировали на лодке, получается, на МЧСовской, на большой, а бабушку забрала самоходная машина. И сразу ее в пункт временного размещения определили. А мы, когда приехали, мы поняли, что людей как таковых нету, но люди есть, но они отказывались покидать свое жилье, потому что боялись мародерства. Да. Кто-то просто не хотел покидать, думал, что это сейчас день-два. И наша вода стала уходить совсем тоже недавно. Вот совсем недавно, практически целый месяц мы провели вот в таком заточении. Дорогие телезрители, очень много всего претерпели. Уменьшился берег нашей реки, где-то в пределах, вернее, увеличилась река. Она даже как-то немножечко, как будто русло поменяло, вот где-то в пределах 3 метров, где стоит наша часовенка, где наши памятные места находятся, там все тоже произошло большое обрушение. И металлические заборы, и наш крест, и все прочее. Но что самое удивительное? Самое удивительное то, что вот все вот ушло под воду, да? А вот те иконы, которые стояли наверху, они так блестят на солнце, как будто их вода отмыла, и они горят и никуда не делись. Мы просто ахнули. И вот мы же маловерующие люди. Как говорит про нас владыка, правильно. Мы или прохожане, или захожане. Но не прихожане. Поэтому я обратилась к нашей иконе Тобынской Божией Матери. И хочу тебе ее подарить, Дима, потому что это икона Уральского казачьего войска. И когда-то, может быть, съездишь за Красноусольской водой в город Красноусольск, где находится копия, список этой вот великой иконы Оренбургского края. Оренбургского края. Благодарю. И, дорогие наши, закончить эту передачу я хочу необыкновенной, очень сильной и очень простой на русском языке молитвы оптинских старцев. Всего 10 предложений. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и с твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Господи, во всех словах и делах моих руководи моими мыслями, чувствами и поступками. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силы пережить события наступающего дня и все, что произойдет в течение этого дня. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать. Сам во мне молись.
Вот такая замечательная молитва оптинских старцев. Мурашки. Да, каждое тело. Предложение, оно есть в любом храме, оно вас настолько утешает и успокаивает, потому что, как я уже сказала, вот, в общем-то, когда увидела вот эти слова, я вам сказала, то, что нам, то, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. И закончить эту передачу я хочу словами восточной мудрости. Там твой дом, где спокойны твои мысли и твоя душа. Поэтому будем стараться сделать так, чтобы наша душа в этой ситуации и наши мысли были спокойны. А свет, он всегда есть в конце тоннеля. И его тьма никогда не затмит. Он всегда появится. Тьма, и в нашей жизни тьма тоже. Тьма – это отсутствие света. Да, тьма – это отсутствие света. Вот на этом такой вот ноте мы хотим закончить первую передачу из этого цикла о тех событиях исторического масштаба, я еще раз подчеркиваю, которые произошли и начались в нашем городе, в нашей области и на нашей реке Урал. Наверное, есть и лучшие края, но мне дороже красотой Небровской уральский город, родина моя, который назван был однажды Ужском. Согласен? Да. Всего доброго, дорогие друзья. Всего доброго.